Сестер. Три дня на минувшей неделе в 10-й спортшколе проходил чемпионат Ивановской области по плаванию. Участие в нем приняли 170 ребят от 13 до 17 лет. Соревнования проходили по всем стилям плавания. Принимают участие воспитанники нашей спортивной школы, гости из Вичуги, Наволок и Шуи. К сожалению, не приехали наши участники из соседних регионов, как обычно приезжают к нам на соревнования. Но, тем не менее, эти соревнования получились все равно для нас довольно-таки удачные. Звучит довольно-таки скромно. За три дня побиты 10 рекордов Ивановской области. И это прямое доказательство того, что спортсмены растут. Этот чемпионат области радует. 6 рекордов, 3 кандидата в мастера спорта. Один из рекордов держался 40 лет. Очень приятно, что тренерский состав работает в таком формате. И мы видим действительно отличные результаты. Рекорд, который установила Елена Круглова в 1978 году, только сейчас побила Мария Холопова. 200 метров на спине девушка проплыла на 2 секунды быстрее своей предшественницы. А между тем Елена Круглова – серебряный призер Олимпийских игр 80-го года. Я плыла уже очень близко к нему. И, ну, конечно, хотелось улучшить, хотелось его побить, но так как я не готовилась к этим соревнованиям, я вообще не ожидала то, что получится это сделать. И я, конечно, была удивлена результатом. Региональный чемпионат, отборочный этап и на первенство ЦФО, и на чемпионат России. На последнем в апреле выступят воспитанницы 10-й спортшколы Мария Холопова и Елизавета Куликова. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.